пока я задержалась, чтобы оплатить вход в этот старый город. Юра куда-то пропал. Я думаю, может, он какую-нибудь дверь времени вошел. Все, Юра нашелся. Вот он, красавчик. Юра, помаши всем ручкой. Но пальцами помахал. И, ну, на самом деле, сфотографировать это все нельзя. Можно только чуть-чуть поснимать. Это, видимо, раньше был дом. Этот город давно уже не жилой, потому что тут все время за него воевали. В общем, и римляне, и турки, и сербы, в общем, тут все оставляли свои следы завоеваний. В общем, что-то эти люди терпели, потом взяли, ушли, отсюда жить не стали. Но домики, кстати, очень маленькие, если считать, что это было два дома. Входы у них разные. Вот. Там такие лесенки опять. О, церковка. А вот там уже минаретик. Но минаретик, видимо, уже явно не 2000-летний. А, видимо, все-таки какой-то попозже. Там я читала в книжке, должен быть век 17. В общем, пока тут